Я родилась в Донецкой области, в городе Енакиево. Тогда начинали только строить город, Шевченко был. И сестра с зятем приехали сюда. Ну, мне исполнилось 19 лет, и сестра пригласила меня к себе. Так я оказалась здесь. Я родился не в Казахстане, я родился на Украине. А сюда переехал вместе с отцом по семейным обстоятельствам в 1993 году. Я родилась в Таджикистане. Казахстан мы в 92-м году попались. Как раз в то время началась война в 92-м году. 11 ноября у меня дочка родилась. А мы сюда, в Казахстан, уехали 17 ноября. Мы приехали в Казахстан. Я Чешицкий Александр Владимирович. Родился в Киргизстане, город Бейкарабалта. Я в Казахстане уже нахожусь более 10 лет. По данным переписи 2010 года, лицами без гражданства объявили у нас в области порядка 8807 человек. В основном это категория лиц, которые были переселены по программе Нурлыкош, это программа репатриации уралманов. Действие этой программы будет охватывать себя не только эту категорию лиц, но и ту категорию лиц, которые со времен советского распада, Советского Союза не успели обменять красные паспорта на паспорта государства Казахстан. Данная категория лиц является уязвимой, социально они не защищены, могут быть задержаны органами внутренних дел лишь по одной причине, потому что у них нет документов. Наше сотрудничество с ОВКБ ООН берет свое начало с апреля 2015 года, с начала программы по оказанию помощи лицам без гражданства в Мангистауской области. In Mangistau, the UN with the government is implementing a joint program which is aimed at the development and increasing economic opportunities in the region. And of course, one of the ways to increasing economic opportunities in the region is to ensure that the population have documentation and have access to the enjoyment of the rights as citizens. В рудоуправлении работала 5 лет. Потом вышла замуж, а потом перешла в строительную организацию. И так я в ней проработала 26 лет, до тех пор, пока мы не уехали отсюда. Назад, в Украину. Мы прожили там 18 лет. За это время я там похоронила мужа. Выдали мне вид на жительство постоянный. Я там работала и получала пенсию. Все. Но гражданство я не меняла своего казахского. В 2014 году началась война, поэтому мы вернулись сюда. Сюда я приехала к старшей дочери, которая здесь, ну, осталась жить и живет сейчас на данный момент. И вот живем здесь. Паспорт есть, но старого образца, и к нему нет удостоверения ИИНа. Его надо было поменять там, как по положению. Но я же в это время не проживала здесь, поэтому так и получилось. Когда я приехал в Казахстан, у меня был еще красный паспорт советский. Чтобы восстановить документы, я не мог выехать в Киргизию. За восстановлением документов мне некуда было обратиться. Ну, у кого я работал, они в конце сезона уезжали к себе, ну, в Киргизию, и обещали там помочь, ну, сделать документы. И так и ничего не сделали, и пропали. Потерялись документы. И потом мы не могли восстанавливать их. Обратно в Таджикистан дороги не было, там война шла. А если даже уехать с документами можно было, а у нас документов не было, мы уже потеряли их. А у детей не было. Потому что они успели еще в родильном доме это свидетельство о рождении брать еще. С документацией у меня проблемы начались именно после смерти отца. Когда он умер в 1999 году, моей тетке как-то стало не до меня, я был предоставлен самому себе.
Ну, начал как-то жить самостоятельно уже, как-то подрабатывать по молодости. Ну, дошло до того, что я чуть-чуть припоздал с документами. Не в 16 начал собирать, а в 18. Как-то между книгами пропали мои остальные документы, кроме свидетельства о рождении. И на руках еще у меня есть свидетельство о смерти отца. Все. Это все мои документы. Может быть, старая домовая книга, которая уже сейчас недействительна, просто как доказательство того, что я был прописан здесь, в Казахстане. Ну, не знаю, она вообще никакой роли не играет сейчас, вроде бы мне так объяснили. Вроде бы есть все доказательства по законодательству Казахстана, что я здесь уже давно проживаю. Я, по идее, должен автоматом быть гражданином Казахстана, но не знаю, одни проблемы только у меня. Когда мы обратились в органы, в эмиграцию в эту, нам единственное, что посочувствовали и сказали, так как у нас не было листка убытия, собственно, его мы и не могли получить, потому что милиция разбежалась, одной из первых из города. Поэтому у нас никаких документов не было, кроме паспортов. А выписки о том, что мы выписались оттуда, у нас не было. Поэтому нас нигде не принимали. И не принимают до сих пор, когда кругом идет бомбежка и все остальное. Ты рискуешь, бросаешь все и надеешься, что авось, что-то там будет, ну, по-другому. По-другому не получается. Ну, замкнутый круг. Юстиция, ЦОН. Юстиция, ЦОН. Дальше пошло уже. Когда поменялась домовая, я был прописан в ней. Но за неимением моих документов, моего удостоверения личности, так как я его еще не смог получить, не смог сдать документы, начались вот именно проблемы. Нет прописки, значит, получить документы без вариантов. Нет документов, значит, получить прописку, опять же, без вариантов. Ну, вот по этому кругу туда-сюда ходил, куда только не обращался, в принципе. В миграции мне сказали, что нужна справка о том, что я не являюсь гражданином Республики Украина. И то, что я там не был судим. Какой судим? Мне было 9 лет, когда я приехал из Украины в Казахстан. Не знаю, порой бюрократия доходит до абсурда. Мне говорили, что, мол, сделаем вам временные документы, что можете съездить в консульство. И ехать в консульство тоже средства не позволяет в Алмату. Ну, как я могу вырезать такой бюджет, чтобы взять билет туда и обратно, это раз. Там я никого не знаю, значит, гостиницы, это опять проживание. За сколько времени эта проблема решится? Плюс, решится ли вообще эта проблема, стоит ли ехать таких денег. Я просто таких денег не смогу найти. Дети маленькие, документы восстанавливать, деньги нужны. А у меня их не было, потому что сначала надо было деньги, чтобы детей кормить, одевать, обувать. И теплое место для них найти же. Поэтому мне приходилось работать только... чтобы их на ноги поднимать. Вот нашел документы, чтобы туда ехать, мне какие-нибудь документы нужны были, а у меня ничего не было ехать. Никаких документов. Ни свидетельства о рождении, паспорта красного. Ну, как потеряли, и все. Определением гражданства индивидуума занимается Управление миграционной полиции Мангистауской области на основании закона о миграции населения Республики Казахстан. Согласно этому приказу, мы запрашиваем, получал ли гражданин гражданство какого-нибудь государства, то есть мы направляем запрос в посольство в ту страну, где гражданин ранее был рожден. То есть если он родился в Украине, либо Таджикистана и так далее, мы направляем запросы в посольство того государства о принадлежности к гражданству. После получения справки мы продолжаем собирать документы на определение гражданства.
Миграционная полиция тесно сотрудничает с УВКБ и Бюро по правам человека. У нас постоянно контакт, постоянно тесные связи. И бывают у нас встречи, круглые столы. Решаем вопросы, которые в Мангистауской области долгие годы без документов люди у нас ходят. Решаем проблемы этих людей. Роль Бюро по правам человека, именно сокращение без гражданства, заключается в том, что мы занимаемся выявлением лиц без гражданства. Ежегодно мы проводим информационные кампании по всему Казахстану. Наши юристы практически во всех регионах Казахстана ведут прием этих граждан, консультируют их, оказывают им помощь в содействии получения каких-то запросов, оказывают им помощь в коммуникации с миграционной полицией, потому что здесь нужно понимать, многие люди просто боятся, что их там оштрафуют, задержат, потому что все-таки у нас, к сожалению, еще правовой нигилизм преобладает, и большая часть данных людей, они как раз-таки от этого страдают, потому что тут стоит отметить, что не всегда их проблемы возникают от того, что миграционная полиция их не хочет документировать. Многие люди просто сами боятся идти, либо не хотят. Поэтому вот здесь наша задача убедить людей, что нужно все-таки обращаться, потому что кроме как государственного органа уполномоченного им никто не поможет. Поэтому здесь мы, как говорится, после выявления и согласования либо с миграционной полицией, либо с миграционными службами других стран выявляем принадлежность их к определенному гражданству и помогаем им в документировании. Потом я ходила в миграционную полицию, останавливая документы. Там мне дали адрес Александра Викторовича по правам человека. Я приходила к нему с 2011 года, вот, знаю его. Вот он мне помог, получит ЛБГ, лицо без гражданства, получит паспорт. И получил он младшему сыну свидетельство о рождении, то, что он там родился в Астане. Вот я и сын сейчас документированы. А двое детей мне не документированы еще. В основном оказывается ребенок в ситуации без гражданства в силу того, что его родители находятся в этой ситуации. То есть у родителей были проблемы с документами, они не смогли вовремя их оформить, получить. И, естественно, когда возникает документ, рождается ребенок, в роддоме ему дают только справку о том, что он родился. И, естественно, родители, обращаясь в госорганы, не могут получить документы, потому что неясна гражданская принадлежность либо одного родителя, либо второго родителя. И многие потом в силу определенных либо бюрократических проволочек, либо то, что сами в силу определенных причин не желают заниматься документированием, уже пускают ситуацию на самотек, и у нас появляются дети без документов, которым уже по 16-17 лет. Ребенка невозможно поставить на очередь в садик, ребенка невозможно поставить, как говорится, на учет в поликлинику, то есть это только частные медцентры. То есть ребенок не подлежит официальной, которая предусмотрена, опять же, государством вакцинации какой-либо. То есть если у родителей есть деньги, он будет вакцинирован где-то в частном медцентре. Но если нет денег, ребенок остается без вакцинации. То есть тем самым ребенок уже несет угрозу какую-то эпидемиологическую, то есть другим детям, что он просто не будет вакцинирован. Потом, опять же, все моменты устройства в школу, это только неофициально, это только на уровне договоренности с директором. Естественно, ребенок, даже если попадет в эту школу, такие варианты бывают, но он ее, закончив, не получит официально сертификат об образовании. Естественно, ребенок официально сможет поступить в ВУЗ и в дальнейшем, опять же, естественно, осуществить свои какие-то права, в дальнейшем он просто не сможет. Мы приехали, они были маленькие, до 5, до 6 лет, но ну, они со мной не так уж трудно, потому что возле меня, а когда уже 7-8 лет, конечно, в школу, и я с одной стороны боялась, что документов нет, у меня их отберут в детский дом. Я даже никому не показывала, дети у меня старшие даже в школу не учились, без документов не могли заканчивать школу даже. Они писать, читать умеют, но общеобразовательной школе у них образования нету. Вот это плохо. Сейчас хочу восстановить им документы. И хоть какие-нибудь курсы. На работу даже не могут устраиваться. Они уже взрослые, по 24 года уже, по 25 почти. Если мы имеем в виду официальных лиц без гражданства, то у них практически не обладают набором тех же прав, что и граждане Казахстана. За исключением права быть избранным на воинскую службу и небольшого набора прав. Но если мы имеем в виду лиц без гражданства, которые вообще без документов и не обладают официальным статусом, то их права никоим образом не защищаются, потому что, как я уже говорил, если государство человека не видит, оно не может защищать его права. То есть эти люди абсолютно бесправные, то есть они могут стать жертвами трафика, работорговли, либо еще каких-то преступных деяний в отношении их, и государство их просто не видит. Поэтому те лица без гражданства, у которых нет официального удостоверения лица без гражданства, их права никак не могут быть защищены государством. Я не работаю, я подрабатываю.
то на автомойке, то на стройке, то еще где-нибудь, где есть возможность. Если бы была бы официальная работа, таких проблем бы не возникало. Вот даже если заболеешь, например, бывает, что с работы слетаешь просто-напросто, потому что это не работа без документов. В таких специфических работах больничный от силы день-два. Если вдруг больше, ты автоматически слетаешь, на твое место любого другого возьмут. Мне бы хотелось поступить на курсы. Я даже учиться не могу. Я сам самоучка, я хороший айтишник, но так как у меня нет сертификата, обычной бумажки, я на нормальную работу, на престижную работу даже не претендую, потому что именно нету документов. Another issue that we are addressing through this project is the need to prevent new situations of statelessness to arise. For this purpose, we are working with the authorities at the national level in Astana, Migration Police, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and also the Parliament, in order to agree on which legislative amendments would be necessary in the Kazakh legal system to avoid that new persons are finding themselves in a situation of statelessness. Мы уже здесь 24 года живем, нам здесь нравится, хорошо. Привыкли. Если документы восстановит, будет, наверное, нормально. Хорошо будет. Потому что дети у меня трудолюбивые, умные, я знаю их. Сама растила, вот, воспитывала нормально. Они в трудностях жили, знают. Я надеюсь и хочу, чтобы мои дети получат гражданство Казахстана. Я хочу документы, просто чтобы не было проблем там с правоохранительными органами, чтобы там в больницу сходить, например, чтобы было все как по-человечески, на работу устроиться, на такую, так как сейчас не такая уж и оплачиваемая работа, чтобы нормальную работу найти. Создать семью там, чтобы официально все было. Я бы очень хотела здесь остаться. Но совсем так, как тут прошла вся моя молодость. Ну и вообще, воспоминания все. Да и дети мои здесь родились. Конечно, хотели бы здесь остаться. Фактически, вот с 16 лет я официально никто. Я не просто хочу жить полноценной жизнью, я хочу приносить пользу обществу именно. То, что я пережил, где только не был здесь по Мангистау, на каких только работах не работал, что только со мной не было, именно из-за того, что у меня один маленький документ и столько много больших проблем из-за него. Ты никто. Воздух.